Всех приветствую, дорогие друзья, с вами Fibonacci. Играли в Soul Knight? Ну а кто не играл в Soul Knight? Так вот, это у нас игрулька от этих же разрабов под названием Otherworld Legends. Это тот самый случай, когда игра сначала выходит у нас на мобильные устройства, а потом выходит на компьютер. Но на комп она еще не вышла, только 28 апреля выйдет. И будет на китайском языке, поэтому как-то, ну, может быть, на английском максимум. На кривом английском. И я не хочу ждать, очень хочется поиграть. Давно уже засматриваюсь на нее. Поэтому поехали, думаю, все будет классно. Управление я еще не настраивал пока что. Вообще в игру не заходил. Что случилось? Где я? Кружится голова. Ланселот какой-то. О, что за ерунда? Так. Ну да, управление ни хрена не настроено. Я могу это сделать сейчас. Так, ну вроде кое-как пока настроил. Он вернулся. Ой, только надо его спрятать. Решил на меня напасть, ублюдок? Ты обречен. Сек, погоди, дядь. Ой, а что это? А, я же другую кнопку-то поставил. Ух, нифига она уклоняется. Или это он? Это же Ланселот, это он. Что это за место? Так, сейчас, секундочку еще. Так, ну вроде пока начальное настроили. Что за голый мужик? Шанс вызвать молнию при попадании. Особая атака, эффект при ударе. Эльф грома. И что, его взять надо? Да. Так, подождите. Шанс вызвать молнию. Тут он совсем не голый мужик. Опа. Пушок. Так, а давайте-ка мы их... скиллом. Все. Нет. Все. Отделали. Ух, я ему чуть зад не надрал. Наконец-то, человек. Привет, новенькая. Я буду твоим гидом по клубу Миража. Что? Каким гидом? Какого клуба? Что это вообще за место? По правде говоря, ты больше не в мире людей. Тебя призвал сюда король Асура. Это все созданный им мираж. Ерунда какая-то. Как это вообще возможно? Думаю, тебе нужно время, чтобы осознать все. Придется заслужить право вернуться обратно, девочка. Другого варианта нет. Следуй за мной. Все-таки это она. Угу. Ткнул. Так, тут у нас будет дохренище героев на выбор. Вот у нас Цюань Хаин. За нее мы сейчас, в принципе, и катали. Можно выбирать у нее разные навыки. Да, но пока возьмем, наверное, атака тигра. Это что, пассивный? А, это нет, это все навыки, которые есть. Появляется тень, урон от обычной атаки удваивается. Стили... Ой, пока это рано, наверное, смотреть на это. Ну, взяли, других-то у нас пока нет, наверное, да? Да, вот Гинза, Хильдинг. В общем, их тут много. Что, нажать надо? Эй. О. Открывается у кота секретная. Секретаря. Че, блин? Где кот-секретарь? Вот он, кот-секретарь. Заказ строительства. Наковальня. Портал. Мы еще тут будем и стройкой немножко заниматься, да? То, ну, я бомж пока, смысла мне на все это смотреть. Бежим пока туда, куда нам говорят. Достижение, мираж сразу получили. Так, а где мой этот голый мужик-то? Эй, ты, псарня. Так.
поворачиваться вовремя. Вот это я мощный. Ух. А вот и золото. Так. И что с этим делать? Это просто, наверное, выпивается, когда... Если у меня не было бы хп, да? Подобрать я это никак не могу. Хотя рюкзак у меня есть. Как тебя взять? Это что? Это карта. Никак. Это ломается все? Ну, конечно. Блин, плохо, что нельзя бить вверх. Только вот влево и вправо. Вон еще. Ящики всякие. Так, go дальше. Тут можно прям все переломать. Вовремя отпрыгиваем. А они вон могут меня коцать. Сверху, справа, слева. Откуда захотят. О. Так, сейчас пойдем хилку бить. А, нет, это пока мне только щит сломали. Сундук так опасно падает. Прям на голову почти. О! Ну и чё, не видно. Можно использовать, чтобы открыть стиль комнаты достижений. Как вещи-то подбирать? А, все взял. Тут управление такое незамысловатое. На удар ты и подбираешь, и бьешь. Это выше, а? Не, давайте все обыщем сначала. Слызень. О, стрелок. Да блин, куда он побежал? Ты че, дядь? Так, пока немножко непривычно. Вообще непривычно. Когда нажимаешь удар, она не прыгает на ту, иногда на ту цель, которую ты как бы хочешь. Ах, ты ж собака. Какой живучий-то, а? Че за яйцо? Да уберись ты, а? Ингредиент для кузнечник, золотая роза. Забираем. В общем, то, что можно подобрать, там пишется, что можно подобрать. Типа, появляется. Вон, опять вот зелье, да? Вот я не могу его взять никак. Так, внизу еще комнаты остались. Ага. Торгаш. Ну, бабки тратить пока не будем. Вот тут можно что-то выбрать. Особая атака. Шанс нанести невероятный урон атакующим врагам без отступления. Вызывает приступ ярости. При потере здоровья повторно активируется только при полном запасе здоровья. Приступ ярости при потере здоровья. Повторно активируется... Не, нафиг вот это берем. Так, вот у нас под иконкой... Показывается как раз таки, ну тут всякие кузнецы, да, бомжи всякие. Голыми руками противника не победить, не хочешь посмотреть на наши интересные предложения? Стальной кастет и так далее, нет, я голыми руками. Погнали дальше. На следующий этаж. А, это не совсем следующий этаж, это типа босс. Стрелка. Ух. Ух, я вам вмазал, а? Нормально? Нормально, нормально? А? У-у-у. Эй, меня сбили, что ли, этот мой скилл? Ну да, вот видите? Нечестно. Они меня могут бить и сверху... И откуда захотят? Вон, снизу взял, коцнул. Надо к этому привыкать. О, прям на голову свалился. Ингредиент для бордо. Забираем бордо. И чё, все? В каждой сцене есть скрытая комната. И как их искать? Погружение. Новая сцена. Так, ну поехали. Погрузимся. Гриб. Увеличивает характеристики и размер. Мой размер. Угу. Так, латная перчатка. Дает урона. Одел? Или куда дел?
Не, ну это понятно. Это тут что? А, это всякие бестиарии. А, оделась, да, все хорошо. О, видите, тут еще уровень 1, то есть мы ее еще качать будем. Ну, за какого персонажа будем играть, того и будем качать. Ух ты ж. Опять я к этим бомжам прибежал? Нет, нафиг. Дальше. На каждом этаже, походу, у нас. Тут можно еще и вниз было. И это что за свора? Ну-ка. Нет сил? Так отдохни, сыграй со мной. В какую игру? Два монстра, у каждого из которых есть свои мощные предметы, будут биться друг с другом. Если поставишь все свои монеты на сразу все свои монеты, заметьте, то есть ты приходишь такой в казино, и тебе говорят, так, либо ты все ставишь, либо уходи. На одного из них, и он победит. Тебе вернется твоя ставка в двойном размере. Не интересует, я в предметах не разбираюсь. Но мне кажется, победит синий. Но все равно. Да уберись, как это убрать? Все. Так, где я не был? Наверху. Вот они, враги у нас. Ни в кого не попал. Прикольно. Птички задолбали. Ингредиент для мартини морозной. Ну ладно, это пока все забираем. Я все равно пока не понимаю, что для чего это надо. Ну понятно, какие-то предметы новые мы будем создавать. Все-таки в Soul Knight я поиграл немало так лет. Примерно понимаю, что к чему будет и здесь. Боссы всякие там и так далее. Новые уровни, новые этапы, новые монстры. Так. Но пока самое главное это бабки. На коробке там только вот зелья выпадали пока. Даже денег не падает. Куда столько зелий-то? Мне даже щит не сломали. Два раза попали, блин. Ах ты ж, третий раз. Да они меня всегда сбивают, этот удар, он бесполезный. Лучше им вообще не бить. Им как-то надо, я не знаю, издали что ли. Он даже бочки не ломает. Щиточек он восстанавливается постепенно. Налево. Так, скрытые комнаты, скрытые комнаты. А как их искать-то? Блин, обратно-то нельзя. О! Это что за херня? Забрать. Опа. Обожаю такие игры в стиле Айзека. Ну, того же Soul Knight'а. Скрытые этапы. Как? Хрен его знает. Стены ломать, а наверх-то я бить не могу. Да хрен его знает. Так, ладно, сейчас пока мне это не нужно, наверное. Это пока у нас типа а-ля обучение чего-то. Даже не дали посмотреть-то эту саму локацию начальную. Ух, вот тут я попал, конечно, сейчас. По ним, по всем. Ух, ты ж собака. А она и так собака. Ой, я не посмотрел, что он дает. Но можно вот тут посмотреть. ХП, наверное. Потому что сердечко вот выше. Крепость хаоса. Так, сколько интересных этажей будет. Не надо мне сюда. Это какой-то особенный, да? Собака он готовится. О, нету особенного.
Дальше. Главное начать, пока враги еще не поняли, что ты зашел в комнату, и накидать им. Вот и все. Не, он, да, удар-то он сильный. Это что за фигня от меня бегает? Сюда иди. Сюда иди. Ах ты ж. Некромант какой-то. Ингредиент для кузнечика. Так, теперь налево либо направо. Это выше. О, с щитом, дядька. Нет, если я их так бью, я им не прерываю их атаки. Это, конечно... О, хп потратили. Неужели? Да иди ты, а. Он, видите, он специально сверху меня обходит. Жахнуть, чтоб сверху. Во, да. Просто подбираются. Секрет. Не? Заходи. Ого, блин, что было сейчас? Что за приемы такие? Фига она скачет. Что-то новенькое у меня появилось. Ингредиент для бордо опять. О, для бордо я уже два ингредиента нашел. Скоро бордо мы, наверное, соберем. Какой-то этаж здоровый. Здорово. Говорю, здорово. Ты тупая крыса летающая. Что нахрен? Коцнула. Вот она. Нет. О, а я даже не прочитал. Обидно. Так. Спасибо. Просто потрясающе. Долго я так умирать буду? А я что, несколько могу открыть? Ну так-то мне, наверное, хп надо. О. Так, это можно поменять. Смотрите, залоченная перчатка Циху. Побольше чуть урона, скорость атаки такая же. Критический удар, меньше шанс. Так, там горячее сердце увеличивает максимальный запас здоровья. А здесь саван сердца превращает здоровье в броню и ускоряет ее регенерацию. Да мне это побольше нравится. Ого! А оно все здоровье в броню превратило? Тогда нет, обратно. Офигеть. Так, меня сейчас тут убить могут. Бог неудач наложил на вас проклятие Казанова. В боевой комнате ты получишь одного фанатичного последователя. Проклятие исчезнет после 5 боев. Спасибо. Так, мне надо пойти сбегать хп восстановить, потом остальные открывать. Наверху я был? Был. Так. Ну, ладно, пока хватит. Собаки. Где зелье, когда оно так нужно? Вот оно. Все, больше не надо. И выше. Алебарда, атака, чё? Чё это за херня за мной летает? Так, ты чё? Пьяный, что ли? А? Коняха. Ай! Падла. Он замедляет ещё, смотрите, как мощно. Так, ну все, у него сейчас со здоровья только останется. Или нет, еще зеленая какая-то шкала пойдет. Ай! Падла. Я тебе сейчас задницу порву.
Понимаешь? Все, готов, покойник. На, слез. И сам получишь. Тише, 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 тише. Ого. Я думал, ты просто ударить хочешь. У него еще щит. Так, аккуратнее с ним надо. Да он, в принципе, легкий. Ну, первый, чего вы хотите. Ну, блин, игра классная. Вот, блин, а-ля Soul Knight. Те, кто играли Soul Knight и немножко поднадоело, да, вот как мне, допустим, зайдет прям на ура. Все, кританул, убил, победил. Достижение крепость хаоса и бла-бла-бла-бла-бла. А зачем мне дальше брать? А, можно продать. Ну, вообще, зелье здоровья устанавливает как здоровье, так и броню. Можно подбирать зелье здоровья даже при максимальном его запасе. И зачем? Тут скорость атаки и атака побольше. Крита мало. Ладно, продадим. Фигня какая-то. А это к мне надо было и тот продать. А где его теперь искать? Это что, либо... А, ну все, дальше. Дополнительных навыков нет стилей навыка. Затерянная пустыня. Подождите, а когда мы остановимся? Когда убьют? Я вам чуть зад не... А, это опять этот... Не, я не смогу угадать. Ой, что-то горит. Я горю. Вот он, этот хер за мной летает, про которого проклятие мне наложили-то. Ты дрянь, просто тупая. Блин, тут еще какие-то замедления. По песку бегаешь. А тебе что, не жарко, что ли? А? Фига они мощные тут уже. Охотник на монстров. Достижение получено. Жесткие уже стали. Так, торгаш не нужно. Иди-ка сюда, мать. Да, сейчас их вот... Это что за лапа? Сейчас их только это убивать вот этим ударом моим. Но попасть бы еще. Так. А это он меня замедляет, да? Вот этот товарищ, который там улетает. Фига ты, четкий. А если я... подожгли. Это же он меня молнией шарахает. А нет, это он тот молнией шарахает. О, я его смог убить. Ха. Прикольно. Так, я случайно налево перебежал. И чё, типа... Ой. Это же все у нас какие-то вот ингредиенты для создания чего-то там, где-то там. Это выше. А это новые враги. А, погодите, она через за ноль опять летает. Да иди ты нахрен. Во, вот так. Ты. Халид, иди-ка сюда-ка. Я тебя устрою. Где сундук? Еще выше можно. Угу. Враг с большим запасом здоровья получает больше урона. То, что надо. Шанс ненадолго сильно замедлить врагов и лишить их возможности атаковать. Эффект не может быть применен к боссам. Ну, тоже прикольно, но урон... Все. Урон то, что нужно. Так. Нормально. Нормально. Так, что за фигня? Что меня задерживает так сильно? Ты, дядь, офигел? Офигел? Меня сейчас убьют нахрен!
Все, хп нету. Блин, мог выше улететь. Все, я горю. Я умираю. Убить, убить. Убил. Взять все. А как я живу? Почему? Почему я живу? Странно, я вроде горел. ХП осталось. Так, а там где-нибудь фласочки были? А здесь нету фласок. Тут нету этих, как его... Ни сундуков нету никаких. Руины города. Ну вот так уже поинтереснее, чем в пустыне бегать. Тут, наверное, уже и... О! А чё это мне ХП восстановили? Ну ладно. Восстановили, и хорошо. Я его не убиваю даже уже с суперудара своего. Да ты чё, блин, а? Дрень тупая. На! Где мой, блин, суперурон? Мне все сломали. Щиты я имею в виду. Все, убил. Хоть и не... хоть ее убил. Вот этого теперь... Я не понимаю, что это такое? Вот что меня бьет сейчас? Это ты делаешь? Так, чуть покоцали, но вот есть хилочка. О, так. Призвать летучую мышь, которая возрождается после перезарядки в одну минуту. Каждые несколько секунд вы входите в состояние непоколебимости, пока оно активно, враги не могут прерывать ваши атаки. Ну это поди угадай. А вот с мышкой интересно, призыв. А на что я призываю? Сама что ли призывается? Арты покупать. Но деньги-то у меня останутся, я думаю, я не буду их тратить пока что. Нет, сразу дальше я не пойду. Ты какой ты быстрый, а? Че, самый быстрый? А вот от этого попробуй уклониться. Нормально залетело? Ага, сам подошел, кстати. Я бы промазал. Ты что творишь? Что-то творит. Офигел? Хрень тупая. Опять молнии эти. Вот от него избавиться надо. А как от него избавиться так быстро, когда он такой, блин, мощный? Я даже с фул хп тут остался. Они сами под мой удар подходят. Я бы промазал, но они сами этого хотят. Че, надговаривать буду, что ли? Здорово. Ты че, типа ассасин? Ой. А ты? Это вот эта шмара делает, это замедло дикое. Все, я уже не победим. Да, гоу дальше. Ой, вот сейчас будет жестко, да? Угу. Ой, отлично, как хорошо, что я от нее сразу, блин, избавился. А ты че, а? Пороже захотел. Вот это я мощь. Просто мощь. Ты чё, блин? Куда делся? А это рука, чё, её не обязательно убивать даже, что ли? Бухлаку понабрал. Дворец лунного чего-то. Сердце света. Враги. Так. Ой, там молнии стоит, да? Да. Я чуть подгорел. Ха-ха.
Ниже. Ой. А, нет, это те... Они... Что-то вот на меня делают. Хотел бы я знать, но... Как тут угадаешь-то? А, вот он, поджигатель гребаный. Задолбал, ей-богу. Как он воду поджигает? Молния. Блин, а вот тут меня покоцали прям сильно вообще. Да он задолбал! Блин! Он никогда так не бесил, как сейчас. Неужели? Этот какой-то, блин, со своим щиточком, падла. Я почти понял уже. За счет чего-то ХП восстановилось. Это что? Ничего. А тут ящики есть, но их мало. Ну, может, этого хватит? Нет. А. Иду, иду. У меня там ручка подзывает. Ничего себе. Вот этого я тоже иногда не совсем пока еще понял. Ах ты ж черт. Все, ты не выйдешь из... А, выйдешь. Ладно. Я понимаю, вы играете нечестно. Так. Ну все, я снова фуловый. О, еще одна мозаика. Так, во. Так, это что? Особая атака и тут. Повышает скорость движения. А здесь каждая атака вызывает огненный шар. Хочу. Хочу себе огненный шарик. Черт, черт. Прекрати, прекрати это делать, ты, негодяй. А то я тебя шарами сейчас забью просто. Все? Так, что-то как-то до хрена вот этих ингредиентов тут всяких падает. Походу тут система крафта такая прям жесткая. А, этот уже у нас, значит, не поджигает, а замораживает землю. Готов. Так, идем дальше. Ну вот. А, еще дальше можно. Нет, не надо. Давайте бой нам. Это все. Выследить Иблиса и его приближенных или что? Кто такой Иблис? Ты Иблис? Ой. А ты что такой дикий? Ха, по статуе можно лупить. И чё, её? Да, её можно сломать. Все, нет у вас никакой статуи, вы иблисы. Да они чё такие охеревшие? А? От обеих избавиться сразу? Блин, вот неудобно, она прям в нее заходит туда, прям вот, ну, в нее. Этот у нас призыватель, да, насколько я понял? Нет смысла бить его этих щенков. Хотя они мне тогда покой не дадут. Да иди ты нахрен, а? Черт, зачем я статую сломал? Я теперь врезаюсь в это дерьмо. Я тебя сейчас покидаю. Ай! Куда он сам делся? Да ты чё, офигела? Дай подойти-то. Вот эти бесят. Да сдохните вы! Своими когтями. Они, понимаете, издали прям бьют. Нет, походу мне тут хана. Иди сюда, ты. Догоню, поймаю, жопу порву. Все, меня убили. Нет, не убили. Казалось, что убили. Но не убили. Да они мне не дают даже скилл прожать. Они с меня все предметы выбивали, во-первых. Что с ними делать-то? Уроды. Все.
смотреть рекламу. Можно продолжить битву. Ну, ладно. Еще успеем мы убить этого Иблиса. А что время не показано? Б. На Бшечку прошел. Не хуже всего. Так, ну вот. Ну, всякие акции, понятно. Но это же все-таки мобильная игра. Бабки-то как-то надо отбивать за ее создание. Ну, знакомиться тут со всеми как-то я буду уже позже, да, вот эти квестики брать. Ну, вот такая игрушка, ребят. Будет интересно услышать ваши комментарии. Ну, как по мне, так вот прям вот то, что я люблю. Потому что я и в Айзека играл, и тот же Soul Knight, эти потрясающие игры, и это такая же, даже может быть, где-то в чем-то круче. Ну и на этом все. Продолжим мы уже тогда в следующем выпуске. Если понравилось видео, поддержите лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый выпуск. С вами был Фибоначчи. И пока-пока.